Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Поехали, ежедневные награды. Забираем, конечно же, кстати. У нас мутагена хватает. И вы знаете, что мы сегодня с вами сделаем. Так, подожди, для начала заберем, конечно же, колоду. Змейка Вьюн нас ждет, вот что я вам скажу. Он ждет своей участи, чтобы мы его, естественно, прапали. И он наконец-то дождался. Здорово, Змейка Вьюн, давно не виделись. 10 тысяч мутагена тебе нужно. Получай и распишись. 5 звезд, ребятули, 5 звезд он получает. И у него открывается новая возможность. Это называется споровая буря. Змейка Вьюн выдыхает на противника облако спор. Так, разрушитель, да? Вероятность 25%, уменьшить силу атаки на 50% в течение 2 ходов. Я могу сказать вам одно, ребята. Это стоящая вещь. Ну, понижать атаку. Так что оставим. Кстати, что это у него такое тут на шее? Вы посмотрите внимательно. Какой-то орех у него там, да, созрел. И причем, посмотрите внимательно, у него вот ноги идут. И здесь срез, как будто он был целиковым стручком. Его разрезали, и вон там даже видно кости. Мерзко, конечно, это все смотрится. И, наверное, было больно вот это вот, когда ему делали этот разрез. О чем я думаю, елки-палки? Нам надо играть с вами, а я... какой-то анатомией тут занимаюсь. Ну что же, давайте, наверное, начнем с заданий. Забираем реварды. Так, поднять уровень персонажа. Это я с удовольствием сделаю. И начнем. Давай-ка, наверное, пиццелицему. Я думаю, что... Погоди, мне нужно поднять уровень. А уже ДНК мы с вами будем искать чуть-чуть попозже. 850, отлично, хорошо, замечательно. Так, подожди, вот это нам не нужно. Закрываем, я сказал. Так, забираем реворд и сразу же пойдем на серию испытаний, пройдем. Сейчас закрыто, следующий игровой шанс будет доступен через 5,5 часов. А почему? Странно, в первый раз я такое вижу, ребят. Сразиться, значит, в компаниях, в боях. Черт подери. Ну что ж, придется, ребята, драться. Поехали. Так, у нас что получается? Нам надо с вами добить кого-нибудь. Добить. И мы будем, скорее всего... Слушай, ну, мутагеноида сегодня однозначно мы с вами открыть не сможем. Но ДНК на него поищем. Давайте-ка приступим. Одна есть. Кстати, у нас, по-моему, там скоро уровень будет, да? Если я не ошибаюсь. Скоро. Ну да, через 2000 опыта у нас будет с вами уровень. Так, ну что, мутагеноид неплохо, кстати, идет, я вам скажу. Что ты? Не надо мне так делать. Давайте дальше добирать. О, смотри-ка, идет прям сам в ручки к нам. И это хорошо. Это меня радует. Смотри-ка, действительно, вообще отлично идет. Заходит просто-напросто. Так, ну что же. Этого мало, конечно же, этого будет мало. Давай-ка мы с тобой, наверное, еще поищем, знаешь, кого? Эйприл. Ну да, почему бы нет? 85 ДНК у нее уже собрано. И нам осталось там совсем немножечко. 15 ДНК и все. Буквально еще недельку-другую. И мы ее откроем с вами. Смотри-ка, уже две. Может быть, третью дадут, а? Нет, третью не дали. Ну и ладно. Я надеюсь, меня, кстати, в ранге там не понизили. Опачки. Так, давай-ка мы с тобой поменяем. Всего лишь 35 сюриков нам дали за карточку Карая, за лишнюю ДНК. Угу. Секунду, а кого же я еще хотел, да, ребят? Смотрите, нам 6 ДНК и мутагеноид получит 5 звезд. Кого же я еще-то хотел прапать? Кто-то очень где-то близко, но я не помню кто. Кирби, в принципе, тоже недалеко ушел. Давайте, наверное, мы на него тоже ДНК поищем. У нас, кстати, открылось... новое испытание, да? Это, по-моему, там у нас про черепашки. Про черепашки, про черепашек. Борцы с преступностью. Сейчас посмотрим. Ну что, все, не все? Я не вижу. Мне не видно. Да, здесь все, и остается пройти одну серию. А, пройти, конечно, прошел же. 10 раз, ё-моё. Ну, тогда поехали сразу же. Время пиццы. Давай заработаем маленько, наверное, да? Все это будем пробегать по Шурику. Быстренько и безмятежно. Поехали. Расколбас будет полнейший. Так, пиццелицей падает. Естественно, мы сразу же с вами
Идем на следующий бой. Как ни крути. Угу. Так, 15 пиццы мы заработали с вами. Давай еще 20. Она лишней никогда не будет. Но все равно нам надо, ребят, с вами потом еще искать ДНК. Ну, а вы знаете, чтобы каждый бой у нас требует определенное количество пиццы. То есть пицца — это у нас все, это наша энергия. Так, отлично. Здесь мы тоже победили. Еще бы мы не победили, да? 20, потом, значит, 25. И... так, 25, 30 и 35. Слушайте, ну, довольно неплохой, да? У нас подбор идет под пиццы. Автобой, естественно. Здесь все пойдет у нас на автобой, ребята. Все, абсолютно. Нечего, как говорится, тут что-то придумывать, изобретать, какую-то тактику вырабатывать. Они здесь сами по себе справятся, в легкую причем, без каких-либо проблем. Ну, давай, давай, не томи меня, пожалуйста, игра. Давай без этих всяких тут задержек. Время, как говорится, у нас деньги, так что нам нужно, ребята, двигаться как можно быстрее. Пока, как говорится, не закрылись магазины. Так, все, упал он лицом вниз. И мы продолжаем. Последний бой у нас остался. Кстати, ребят, не забывайте заходить на мой второй канал. Вы все в курсе, надеюсь, да? Good Game называется. Хотел его немножко переделать в Room Game, то есть игровая комната. Но почему-то мне пока не представляется такой возможности. Не хотят менять мне название канала. Ну да ладно, я вас там всех жду. Сегодня я попробую запилякать два новых видосика по Wargroove. Так что, welcome, как говорится. Ну что, давайте, разбомбили уже в конце концов или нет, вы этого пиццелицева-то? Ё-моё, будете с ним тютюкаться, мне еще на арену надо идти. Там меня ждут великие дела. Отлично, все. С пиццей покончено. Вообще, можно было бы, в принципе, это и не снимать, я думаю, да? Пишите в комментах, ребят, что скажете по этому поводу. Надо снимать или не надо. Зато пиццы целая куча у нас. Все, теперь я отправляюсь точно на испытание. И это у нас черепашья буря. Всего лишь три, видите, да? Три эпизода, я вам скажу, будет полная жесть. Давайте для начала хотя бы посмотрим, кого мне дадут здесь. Зека, Криса, Рокзара, Тигра. Блин, будет сейчас так бобо. В прошлый раз, по-моему, мне дали всех максимальных моих персонажей, и я не смог здесь победить. А сейчас будем пытаться. Половина здоровья у Лео. Сейчас будет, да? Ускоряет. Ага, станцевал, молодец. Ах, он еще и у ворот поставил. Хм, давай я сделаю вот так вот. Провокацию, интересно, будут они пробивать. И защиту. Блин, все эти потратил, ребят, да? Замедлялочка сработает? Хренушки там. Еще и хилится, а. Ты посмотри, какой жук. Ёлки-палки, вот это плохо. Провокацию взял на себя Рафаэль. Донни ставит защиту. Хорошо, мы тогда вот так сделаем. Да ладно, как это так? Ну-ка, зэк. Совсем плохо дело. Совсем плохо. Одни хилы у них здесь. Одни хилы, блин. Ну-ка, давай вот так попробуем. На. А если вот так пробить? Слушай, ну уже хорошо. Слушай, будем тигром рисковать? Я думаю, что нет. А, мне другого нету выбора. Придется бомбить. Ёпарасоте, ты прикинь? Они как быстро разобрались с моим Бакстером. Еще и суперудар делает. Знает же, куда делать. На тигра, естественно. На кого же еще-то? Хотят ушатать его. И они это делают с превеликой радостью. Так, ладно, мы с Рафиком разобрались. Делаем контр, который ни на кого почему-то не повесился. Сейчас вертушку, да? Ну, естественно. Ё-моё, кто бы сомневался, что будет именно вертушка здесь. Ты да запарил уже два раза-то ходить. Минус. Так, давай дальше. Опа, она отлично заработана была сейчас. Слушайте, а может быть мы вот таким составом пройдем? Хотя я сомневаюсь. Я очень сильно сомневаюсь. У меня нет хила. А здоровье само по себе здесь не восстановится. Какой этот крепкий Донни, а? Промахнулся, отлично. Так, перемещаем. Ой, тут еще и 4 волны даже. Ёпарасоте.
Слушай, нет смысла, ребят, нам здесь ставить провокацию. Будем вот так вот как-то пытаться. Я хрен его знает, как мы тут будем вообще выигрывать. По-моему, проиграем. Я говорю, в тот раз мне давали всех максимальных персонажей. И то я и кое-как там прошел. Ну и кто бы сомневался. Естественно, хил сейчас Лео тут отожгет. А Рокзара хочет положить. Ну-ка, если ему вот так вот. Тыч. Херня полнейшая. Да-да-да, конечно, крит, я так и понял. Я так и понял, что ты собираешься вот это делать. Давай вот так вот. Бумс. Хорошо. Слушай, супер вертушка. Рокзар еще стоит. Ну, давай попробуем ответочку. Так постепенно. Все, Рокзар, ребят, допрыгался у нас. Вы это сами прекрасно видите. Зэк не пробивает, к сожалению. Крис ложит. И у нас тут Донни плюс Лео. Ну-ка. Слушай, ну Лео почему-то, ребята, очень быстро падает. Именно от... падает. Получает много урона именно от Зека. Зек здесь как-то очень хорошо заходит. Именно против черепашек, не знаю, чем это связано. И довольно мало получает сам урона от них. Ну, это фигня полнейшая, конечно. На самом деле, это бред. Крис тут вообще как-то... Что ты делаешь? Оу! Третья волна. Угу. Это у нас черепашки из видения, по-моему, да, если не ошибаюсь. И вот здесь мне, по-моему, хана будет. Потому что... Да потому что мы не справимся в одно лицо здесь. Было, конечно, интересно поиграть, посмотреть себя. Но лишний раз я убедился в том, что здесь должны быть у нас фулки. Ладно, поехали на лигу. Турнир. Где я? В лиге сёгунов. Какой у меня там 6-й ранг? Меня даже не сбросили. Спасибо вам большое. Тогда поехали. Лига сёгунов. Ребят, не забываем, что сегодня у нас воскресенье. У нас остался один день до сброса. Нам нужно, чтобы мы с вами были в лиге сёгунов 2 звезды и остались там до победного. 54-53 уровень. Поэтому я буду брать вот этого, этого паренька. Я возьму, наверное, змею Карайку и, пожалуй, тигра. Не слишком ли это просто? По-моему, это слишком просто. Давай возьмем, наверное, вот так вот. Железную голову. Я думаю, с ним у нас будет шансов побольше здесь выиграть. Ну что же, вертушка, естественно, от Леонардо это в первую очередь. Тут, как говорится, к бабке не ходи, он ее про... Не ту вертушку! У меня нет слов, что я сделал сейчас. Я просто тупанул. Я вертушку имел в виду. Ну хорошо, хотя бы они сейчас хилятся. Ладно, пускай, предположим. Оп, кому? Прилетела Леонардо. Хорошо, мы ответочку делаем. Так. Шреддер, Шреддер. Ну давай, фиг с ним. Делаем свой суперудар. Упал Роквелл. Хорошо, давай попробуем с вами добить. Наверное... Вот здесь вот. Микеланджело, попробуем. Нет, не получилось. Но это, в принципе, уже и не важно. Вот, вот про эту вертушку, ребята, я говорил-то. Все, изи. Хорошо, еще никто у нас не упал, поэтому... Есть, как говорится, чем гордиться, ё-моё. Что у нас полный бонус с вами. И, соответственно, мы попадаем в Лигу Сёгунов 2 звезды. Может быть, до 3 дотянем. Хотя, вряд ли. Поехали далее. И у нас тут, смотрите-ка, 54-й. Так, а я возьму, наверное, вот этих вот бродяг. Я откатываю сразу же Леонардо. Подожди, а почему... А, все, нормально. Я думаю, почему-то он не откатывается. Слушайте, и обычно, знаете, какая офигенная комба, которая здесь у меня рулит? Это Лео и Зек. Они просто расписывают любого. Смотрите, я вам покажу. Выбираем, например, вот этих бойцов, да? И, естественно, идем сразу в бой. Потому что первым у нас будет всегда ходить Зек. Я не знаю, с чем это связано, но он всегда ходит первым. Смотрите. Видите? Потом сразу же, конечно же, ходит Леонардо. И он просто здесь сейчас всех сметает. Давай вот так вот сделаем, смотри. Прав я или не прав? Блин, почему-то Донни выжил. Ну, добьешь? Есть. Ха, ты видел как, а? Усаги-то молодец, блин. Просто вообще на... Тюх, подлетел и шинканул. Слушайте, ну я представляю, если ему прокачать 5 звезд, он, наверное, будет просто убер. Он бомба будет.
Хорошо, 82-я позиция. Может быть, все-таки как-нибудь мы с вами хотя бы приблизимся, чтобы, например, завтра я смог получить Сёгуна 3 звезды. И вся надежда на то, что меня не сбросят. Но это между нами. Главное, чтобы это никто не видел. Мои враги, чтобы не видели этого. Так, выбираем здесь, здесь, здесь. И еще берем с вами зэка. Слушайте, а может быть, зря я так делаю? Я дойду сейчас максимально, наверное, до 50-го ранга, и у меня закончатся все бойцы. Угу. И будет печалька. Но пока у нас есть порох в пороховницах, да, мы будем с вами бомбашить. Так, ну давай-ка с Микеланджело у него... Нет, вот с Леонардо у него здоровья много. Попробуем его прописать. Есть! Шикарно. Я обожаю, когда вот эти вот маленькие наши бойцы, они вроде бы участвуют в боях, да, они не делают удара, но тем не менее мы за счет них получаем полный бонус. Я имею в виду это и по опыту, и по мутагену, и вообще по всему. Так, какая? 70-я позиция, да? 71-я. Угу. Это меня, кстати, очень даже радует. Давай вот этих вот возьмем. Ну что же, последний откатик у нас, да, будет? Мы знаете, как можем с вами еще сделать? Хитро. Возьмем, например, одного Леонардо, чтобы у нас еще был один откат на Леонардо. И сделаем с вами вот так вот. Я беру, например... Рахзара здесь возьму. Возьму нейтрализатора, тигра. Тигра. И Стокмана. Я хочу попробовать вот так. Может быть, конечно, зря мы это сделали. Нифига у него фото. Шарик, что ли, там во рту? Я вот не знаю, делать провокацию нам. Давай, короче, сделаем провокацию на один ход. Потом мы сделаем с вами вертушку. Нам нужно убрать, конечно же, Кирби, это в первую очередь. Если он упадет, это будет хорошо. Ёлки-палки, да тут вообще шикарно все прошло. Да, вот всегда меня удивляет, что по-разному можно пройти. Можно выиграть, можно проиграть. Тут какая-то непредсказуемость. Давай 60-е место, пожалуйста. 59-е даже. 59-е. Грубо говоря, до завтрашнего дня мы с вами сможем еще сыграть, наверное, разика 2. Если я еще ночью сегодня поиграю маленько, то у нас, кстати, есть шанс, даже очень неплохой, пробиться в Сёгуну 3 звезды. Очень даже неплохой шанс есть. Так, давай мы с вами вот этих вот ребятулек возьмем и... Опс, я же вспомнил. Я же вспомнил, что у нас в самую последнюю очередь будет ходить Рафаэль. Я не знаю, почему... Он вроде бы самый, как бы, тут у нас прокачанный, у него платиновые звезды. И он почему-то всегда ходит последним. Парадокс просто какой-то. Ну, давай посмотрим. Я не знаю, с чем это связано, почему такая у него маленькая инициатива. Так, кто у нас тут хил? У нас хил, естественно, это Эйприл, поэтому нужно в первую очередь браться за нее. Опс. Давай добивать тогда, что ж делать? Сейчас, наверное, этот сходит. Нет? Не успеет? Или успеет? Черт подери, карай, ну как так-то? Слушай, я, наверное, буду добивать. Я не хочу, чтобы Стокман выпустил своих этих... так, пробьем или нет, как думаете? Реализация у нас прошла здесь по полной программе. Я очень этому рад. Ух... Красотища-то какая. Да, 40-я позиция, наверное, будет. 49-я даже. И, к сожалению, все. Вот я вам говорю, ребята, у меня еще 2 боя. Если мы за 2 боя с вами успеем набрать, то попадаем в Сёгуну 3. Если нас, конечно, еще не сбросят пару раз. Так, ну что, на чем мы с вами останавливаемся? Здесь у нас все отлично. Испытания мы, к сожалению, с вами не можем пройти. Клан Фуд, я помню, смотрел тоже там. Без вариантов. Вот смотрите, ребят. Если мы, предположим, здесь выбираем 70 уровень, а мне дают только Леонардо и, конечно же, Рафаэля. Остальные 45, 30 и так далее. Не получится у меня там забомбить их всех. Как-то коротко у нас получается. А что у нас по сюжетке? Мы с вами здесь все забомбашили, да? Ну-ка, давай проверим. Да, у нас тут все, ребят, пройдено. Кроме последнего эпизода, точнее главы. А это вот здесь. И мы с вами становились... Так, ну-ка посмотрим. Кто тут у нас? 75-й. Слушай, а давай попробуем пройти.
Рокзара, может быть, нам убрать и взять, как мне советовали, железную голову? Давай вот так вот попробуем. Может быть, все-таки один этапчик-то пройдем с вами, а? Так, они почему-то первыми ходят, а? С какого, блин, перепуга-то? Да ладно, успокойтесь. Слушай, что делать будем? Давай вначале так, наверное, пропишем. Упал, отлично. Так, вот этот вот надо... Вертушку я буду делать, ну его нафиг. Упс, не вышло, к сожалению. Так, грибок, иди-ка ты отсюда в баню. Давай, опля. И тлю. Все, шикандос. У нас тут три волны. Блин, опять эти грибы. А если я вот так сделаю? Грибы выжили. Но они пока просто бьют. Лишь бы не было провокации. Слушай, что этого плохо. Плохо пробивать будем. Минус грибок. Ответочка от Рафа прошла хорошо, ребята. А давай вот этот грибок. Ать, не вышло почему-то, к сожалению. Бомбить будем? Нет, не будем, будем вот так вот. А теперь давай вот этого пробьем. Да чтоб тебя уцелел каким-то макаром. Я не буду пока тратить хилку, она нам, наверное, пригодится. Отлично, последняя у нас вот белка мутированная. Слушай, ну пока стоим. Третья волна, это у нас последняя. Слушай, ну может быть все-таки у нас получится что-нибудь. Надеюсь, хорошее здесь. Ага. Хилять или не хилять, я не знаю. Давай вот так, наверное, сделаем. Эч, шикандос. Белку может... Нет, гек... Блин, белку или гека? Блин, а... Давай так попробуем. Ну, хоть бы сработало. Мимо. Ты прикинь, вообще мимо. Мы промахнулись. Сейчас будет, естественно, супер удар. Слушай, по-моему, они мне хотят положить Криса. Да ну, блин, ну. Твою перчинку. Да как это? Еще и зэк упал. Да, 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 да. Слушай, я еще разок сыграю. Ну-ка нафиг. Я больше чем уверен, что мы здесь с вами должны пройти. Языком своим тут лижет он. Ничего, в принципе, сложного нету. Может быть, конечно, персонажи не особо хорошие тут нам. Ого! Нам, знаете, что надо было? Слушай, а может быть, мы вообще сейчас отдуплимся здесь? Такое ведь может же быть. Бумс. Ну и кто кого? Мутагеноид или я его? Как вы думаете? Ставки делаем, ребят, пока есть время. Слушай, я переиграю. Что-то мне не особо нравится эта ситуация. Все отлично, все нормуль. Надо было, ребят, знаете, что нам делать с вами? Надо было Крисом делать контр. Вот, например... Так, секунду, я терплю, пока терплю. Поехали. Будем бомбить по-жесткому нафиг. Я не буду здесь уже тютюкаться с ними. С этими шалопаями. Провокация же там, да? Надо было не то делать. Сделаем защиту. Она пригодится. Лишней точно никогда не будет. Пробиваем этого хламона. Так, грибок. А мы вот так сделаем, ну и нафиг. Бомбанем под Полтавой. И тлю эту разберем. Может быть, надо было хильнуться даже. Потому что чем больше у нас здоровья. Так, вот, ребят, вот они, белочки. Белочки-горелочки. И начнем, пожалуй, мы вот так вот. Йоу, дыч. Провокацию будем делать? Не будем мы нифига делать с вами. Рафаэль будет вот так у нас бомбить. Замедляем. Замедлили. Аж... Аж тысячу раз замедлили, ребят. Не сработало, Упс. Ты смотри, как бомбит. Слушай, да хорош ты, успокойся. Промахнулись, блин. Слушай, нужно хиляться. Иначе отдуплимся. Я хиляюсь. Ух-ух-ух-ух-ух. И это нас, честно говоря, особо сильно не спасает. Так. Бомбим. Знаете, что самое обидное здесь? Что у нас на железную голову не повесился контрудар. Угу. Да что ты будешь делать, ты достал. Ну давайте, все, пропишите ему.
Вот так вот, шикандос. И добиваем. Добиваем, блин. Я этот уровень должен пройти. Попытаться хотя бы, ребятуль, попытаться. Потом я возьму провокацию, наверное, все-таки на Рафаэля. Вот именно вот здесь, в третьей волне. Тут знаете, кто меня больше всего смущает? Это мутагеноид. Потому что он делает массовый, ребята, удар по земле хлопушкой, ладошкой, там, как это назвать, я даже не знаю. Ну-ка. Жух! Опачки! Ребят, вы могли бы вот так подумать, что в одну секунду я пройду это на 3 звезды. И причем так удачно. Даже я этого не мог предвидеть. Но оно получилось. Ха-ха, крысиный король. То есть блиц открыт, и мы можем с вами фармить. То есть вы представляете, мы с вами... Кстати, секунду. У нас же крысиный король, да, ищется? Ну-ка, мы его, по-моему, 2 раза могли искать, да? А теперь и 3 раза. То есть мы его в ближайшие короткие сроки сможем активировать. Ну что, а я иду дальше. Попробуем с вами пройти еще один сюжетик. Давай-ка посмотрим, кто у нас тут. 70, блин, тут босс 77 уровня босс. Это же у нас грипп, и он жарит серьезно. Давай хотя бы глянем. Давай хотя бы глянем. Ну, я, по крайней мере, буду знать, чего нам ожидать в следующий раз. Так, тут крысы, бронированные тараканы. Оу! Слушай, ребят, нам здесь, по-моему, ждать очень больших проблем. Это только первая волна. Это обычные тараканы. И они вот так отжигают. Слушай, по-моему, шансов нет у нас здесь на выигрыш. Как ни странно. А хотелось бы, конечно, выиграть. Провокацию тратить. Ну ладно, давай сделаем. Конечно, это очень хреново. Мы будем сейчас промахиваться, да? Мы не будем попадать по нему. Ну, давай захиляемся. Это очень жестко. А пробить вот так сможем? Угу. Слабая атака. Но, смотрите, зато таракан не может пробить моего Рафаэля. Как ни странно, у него пониженная атака по нему. Так, здесь у нас стрелозады. Мы, конечно же, с вами вот так вот бомбанем. Угу. И начнем с грибочков. Ой-ой-ой-ой-ой, это было плохо, кто-то сейчас упадет. И это будет зэк наверняка. Блин, опять промахиваемся. Давай вот этот пробьем, интересно, или нет? Тыч, ага, готов. Зэк, держись. Защита нам поможет хоть как-нибудь. Наверное, ни хрена она нам не поможет. Да кого ты бьешь-то? Барзатэ. Слушай, ну Рав здесь хорошо стоит. Я бы даже сказал, прекрасно просто он здесь стоит. Давай-ка вот эту вот говнюху уничтожим. Эть, мимо. Зэк, стой, не падай у меня там. Да что за хиромантия-то такая? Почему мы все время... Я вообще ничего не могу сделать. Я просто промахиваюсь, блин. Ну вы поняли, да, что нам ожидать в ближайшее время? То есть мои 70-е и 80-е уровни не могут пробить мобов 75-го уровня. Вот вам и ответ. И босс, что ли? Точно, ребята, всего лишь 3 волны и босс, блин. Может быть, попробовать как-то переиграть, я не знаю. Сейчас посмотрим, что из себя представляет босяра. У меня нету, конечно, никаких суперударов. Это очень печально, если честно. Он прибьет, он будет Криса бить, поэтому сделаем предсмертную помощь вот так вот. Убил. Слушай, на 2000 почти бомбанул. Смотрим дальше, что происходит. Опа. Он понизил нам атаку, он понизил нам защиту. Я усилюсь, попробую, ребят. Так, замедлить, наверное, вряд ли получится, да? Конечно же. И, слушай, он понижает атаку. Он понижает скорость. Он еще и постепенный урон повесил на нас. А мы... Пипец. А мы ничего вообще сделать не можем. Практически. Мы его щекочем, знаете. Мы ему делаем небольшую разминку. Во! Давай вот так вот попробуем. Может быть, все-таки получится хотя бы его забомбить. С какой-то херней в груди, смотри, ребят. Какая-то фигня у него тут.
поросль пошла расти мутагенская, блин. Ну, с вертушки пробьем? Нет, ну Рафик должен, ребята, добить, я надеюсь. Хоть у него и защиты нет, и атака у него слабая, и... Не. Не получится. Или получится? Нет, не получится, наверное. Блин, добьет. Слушайте, ну сложно будет здесь. Он видал, здесь бы очень хорошо бы, знаете, кто зашел бы? Микеланджело, который снимает все антибафы. Он снимает, просто-напросто очищает наш организм от всяких этих токсинов. И тогда мы ему бы прописали бы, ух, одной вертушки от Леонардо было бы достаточно, чтобы этот босс упал и начал просить пощады. Но этого, к сожалению, не вышло и не выйдет в ближайшие, ребята, серии. Ну что ж, давайте мы с вами кого-нибудь приобретем. У нас должно хватать монет. У нас аж 143 монетки. И мы с вами копим Шреддера, да? Если я не ошибаюсь. Шреддера же копим, по-моему, да. Давай тратить на него 35, 15 еще, ребята, ДНК мы на него находим. А это 15 на 3. 5 раз придется нам еще искать. Это 500 монет. Ну, что поделаешь. Что у нас тут по жетонам? Вообще кисляк полнейший. Да. Ну что же, мы, наверное, будем закругляться, ребята. Я надеюсь, в следующей серии у нас все-таки получится добраться до Сёгуна 3 звезды. И не забывайте, что у нас вот тут вот какая-то бредотня. Почему-то 5 часов откат. Хотя я не делал, ребят, никакого сброса, ничего. Фиг его знает, почему такое. Ну и выполним с вами все ежедневки. Плюс мы заработаем с вами 5 откатов. Ага, секундочку. Мы еще с вами никуда не уходим, потому что у нас 125 пиццы. А это означает, что мы еще поищем персонажей ДНК. И начнем мы, пожалуй, с короля крысиного. Давай, поехали. Мы, наверное, на нем все, ребята, и оставим. Видите, одну ДНК уже есть. Так, второго нам не дали. Жаль. Так, вот. Две ДНК уже есть. Плюс у нас 10 тысяч, ребят, мутагена уже накопилось. Быстро довольно копим. И это хорошо. Так бы нам осколочки бы давали, да? Это было бы вообще великолепно. Но осколки нам дают именно вот в тех боях. Вот как клан Фуд. Но я пока еще слабоват. У меня нет персонажей достаточно прокачанных. Хотя бы, чтобы их давали мне постоянно. Именно, чтобы они принимали участие в боях. А не так, как здесь. Мне дали, блин, два мощных, а остальных 40 уровня. И куда это годится? Это, конечно же, никуда. И мы с вами... Так, еще не всю пиццу потратили, да? Мы с вами мутагеноида понаходили, да, понаходили. Кого тогда нам еще здесь можно найти? Странно. Так, Гекка, ну давай Гекка поищем. Ага, пошло дело. И все, да, у нас закончилась, ребята, пицца. Закончилась. Морозильная кошка. Кого нам поднять по... О, подожди-ка, у Донателло что-то есть, ребят. Ага, по кругу. Ну, давай улучшим. Раз есть такая возможность, почему бы этого не сделать? Четвертая ступень у него получается, да? Опа-на, Макмен. У Макмена-то что? Ага, Топтун. Конечно, сделаем тебе тоже четвертую ступень, да? Угу. Давай дальше поищем, что у нас еще интересного тут может открыться. По-моему, ничегошеньки. Ладно. Давай тогда. Слушай, а мы хотели с вами Ваньку же еще прокачать. Я только сейчас вспомнил. Ладно, дойдем до него когда-нибудь. Кирби. Все. Мы его прокачали, ребятушки. Весь мутаген мы с вами сплавили. Я, правда, не знаю, зачем я качал Кирби. Я его как бы не особо долюбливаю. И в то же время как бы хотелось бы. Ну что ж, все, ребятушки, всем пока, всем удачи. Пишите в комментах, что хотим, что будем смотреть. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.